Почему не интернет настрой? Еще канал? Давай. Еще найду. Вася, так тебя не видно. Так, не видно, я могу. Только меня видно. Бэ. 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 Ой, подождите, сиська видно. Подожди, давай. Подождите. Тогда. А если вот так чупырь перевернуть? Чупырь перевернуть? Ну да. А что будет, если чупырь перевернуть? Ну, не... Да, что люди скажут? Всем привет. О. Нормально. Покажи какие тебе говорят. Давай, покажи какие. Мне? Да. У меня нету. Нету? Выпали? Так, ну что? Вот такие мы с Маськой лежим и отдыхаем в ожидании нашей тренировки. А так как у нас уже интернет-зависимость, наркоинтернетчики... Это неправда. Это ты все неправильно говоришь. Как это? Мы для людей... Вы знаете, с кем я засыпаю? Я засыпаю один. А знаете, с кем засыпает Мася? Она засыпает с айфоном. Она вот так вот делает... Лам, лам, блям. А там все я время какие-то понял, новости. Это что вообще? Наезд такой, да? Прямой эфирный наезд на меня? Прямой эфирный наезд. А там разные новости, ага, то есть ты картинки. Хочешь там им пожаловаться, да? Хоть кто-нибудь тебя послушает. Некому пожаловаться. Мне некому пожаловаться. Тут со мной никто не разговаривает. Так, привет из Екатеринбурга. Екатеринбургу тоже привет. Собственно, вот так. Хоть пожаловался чуть-чуть. Чуть-чуть? Чуть-чуть. Он жалуется, как да тебе я, плохо. Я думаю, что на самом деле в половину пар так один человек спит, а другой там картинки смотрит, послушайте, новости. Я не виновата, что ты меня укладываешь спать в 8 часов вечера, а я не могу 8 часов вечера засыпать. Почему? Потому что не могу 8 часов вечера, если я раньше всегда в час засыпала. Как мне в 8 уснуть? Тут в тропике темно. Попугаев знаешь, у них, смотри... Накрыли их тряпочкой, все, ночь темно, надо спать. Открыли тряпочку. Это ты попугай с тряпочкой, а я так не могу. Ну, вот так вот мы отдыхаем. Так, время. Че время? Время у нас 2 часа дня. 2 часа дня. Сейчас еще полчаса попервариваем курочку с арбузиками и пойдем тренироваться. Печальный тут спортзал, очень печальный. А жена бывшая там же живет. А если встретите, ух ты, как у нас подписчики внимательно все смотрят. Нет, жена бывшая в 15 километрах в другом отеле работает, а здесь нет. Вот. Показать наш номер? Показать наш номер. Ну, покажи наш номер. Привет с Малибу, давайте к нам, тут пару пальцев по карте. Точно, пару пальцев по карте. Хорошая аналогия. Да. И там на самом деле прикольно. Так у нас визы нет, мы можем вплавь. Все смотрим внимательно, Саша, и очень хотим вас в Питере увидеть. Ребят, на Дивинскую 4 приходите, очень много приходит на самом деле ребят, приезжают с разных городов, делают фотки, общаются, ну, в свободное времечко, когда оно есть. Сейчас летом времечко свободное более-менее есть, так что вот. На Bigo Life не переходишь? А что такое Bigo Life? Так, губы делал и не раз. Зачем красить глаза? Я тоже такой вопрос себе когда-то задал и начал делать себе татуировку на глазах. А это на самом деле ее остатки, потому что скоро она будет гораздо ярче и более интересной формы. Где мы сейчас? Объелися. Это By Amber отель. Здесь только 18+, детей нету, так что все тихо и спокойно. Кто ты по жизни? Это не в этом месте надо задавать. Я надеюсь, в том месте, где задают такой вопрос, я не попаду. Так, сколько стоит фото с нами? Я, в отличие от обезьянки, 50 рублей не беру. Так что со мной можно и бесплатно. Вот. Так. Показать номер. Номер сейчас покажем, потому что для этого надо встать. А пока я валяюсь, можно поболтать. Так что, поверьте, минуток 5 и покажем номер. Номер не маленький, он, наверное, такой метров 75-80. Ну, кровать-то такая прикольная. Желтые сердечки, Саша. Так, видим сердечки. Они кайфовые, классно. Желтенькие. Смотри, розовенькие. А есть какие-нибудь зелененькие? Скажи, что сиськи... Зелененькая. Мася, хотел, чтобы ты сиськи показала. Сиськи? Да сиськи что? Сиськи это маленькие, а у моей Маси сисяндры. Так что пишите правильно. Видел ваши фото со свадьбы, такие вы яркие. Спасибо. Спасибо. У нас там много фоток выложено? Да. А, ну да, наверное, много. Привет. Вы пара? Нет, мы не пара, мы единое целое. Пара это когда двое, а мы единичка. Во. Вы кто? Вот это реально обидели. А то пишут там, слышишь, ты гей и тому подобное, это а не обидно. Теперь... А вот вы кто, это реально обидно. Кошмарик да? Какой, да. Так, когда была свадьба? Свадьба была в прошлом году. Кем работаете? Я работаю тренером, а Мася работает директором. Ты не можешь ответить на простой вопрос по жизни, кто ты? Нет, не могу. Но для того, чтобы ответить на такой вопрос, это надо понять, кто мне его задает.
Имеет ли он вообще такое право задавать? И тогда, конечно, можно Ой, поболтать. какие. Так, привет из Казахстана. О, привет! Круто! Мастер, смотри, тут попросили Сисяндра, видишь? Сисяндра? Вот. Покажи им пол груди. Пол груди? Пол груди. Пол груди, ну пол вот груди, так. Все, да, все. Все. Мужик, мужики в деревне. Так что мужики в деревне друг другу могут так вопросы могут задавать, но им, собственно, и отвечать. Так, привет из Ульяновска. Привет. А мне так начинают говорить из Ульяновска, я всегда думаю, некоторые города пытаюсь карту в голове составлять. Ульяновск, это где находится? Я не знаю. О, гори в аду. Спасибо. Тут, правда, рай, но мы немножко подгораем. Хи-хи. Вот. Можете скинуть нам денег на крем для защиты. Что у меня с лицом? Не знаю, хорошенькое такое. Воронеже не передаешь приветы? Передаю. Просто когда отвечаю, я не читаю другие сообщения, поэтому могу что-то пропускать, но это точно не уверен, не намеренно. Так, это зубки, я вампир, и нет, мать нравится, когда ее покусываю. Какую литературу предпочитаю? Никакую. Времени на нее нету, потому что на работе мы работаем, утречку мы вместе кушаем, завтракаем, вечером Мася приезжает, мы в зале занимаемся, приезжаю, мы готовим кушать, и в общем-то... Полчасика-часик болтаем о том, что у нас в жизни происходит, и ложимся дальше спать. Вот. Откуда родом? Наверное, все-таки из Санкт-Петербурга, хотя первые 10 лет прожил за полярным кругом. Так, бывало, что кусал губы, когда кушаешь? Не. Тут все анатомично сделано, оно так красивенько проходит экспериментальным путем. Первые 2-3 пары зубов поломались, покрошились, а потом стало все нормально. Вот. Вот так вот. Вы куда-то делись эти? Кто? Или это просто никто не пишет нам письма? А почему нам никто не Только пишет? Только сердечки. Нет, да? Явно что-то... А, не, вон, что-то кто-то написал. О, ну вот видишь, уже неплохо, что я сказочный, да? Ага, сказочный персонаж, да? Так, расскажите, что я плохо вижу отсюда, что там пишут. Что для вас важно в отношениях? А что, как и у всех, в отношениях важно только одно, чтобы люди любили друг друга, ценили друг друга и верили друг другу. Все остальное вместе можно превозмочь. Так, пусть подруга сосочки покажет. У меня нет подруги. Я одинок, у меня только жена. Не надо меня опять бить. Все время меня пытаются избить. Так, когда домой? Вы не поверите. Завтра я вам отвечу на этот вопрос. Завтра я скажу через 2 недели. А сегодня еще полмесяца. Чувствуете кайф вообще от той фразы, когда ты можешь сообщить, что еще полмесяца тебе не надо работать? Кто-то нам там счастья пожелал. Спасибо. Вы нюхали клей? Нет. Нет. А что нужно было? Так. Добрые парни. Смотри, тут такой. Кто у нас такой? Таскин 3 пишет. Сдохни. Сдохни. Понимаете, обычно весь позитив, он возвращается людям обратно. Так что ловите. Из брови сбрил и нарисовал. Не, на самом деле, это татуировка, которую нужно было выжечь, чтобы сделать другую форму. А так как она еще не до конца выгорела из-за лазера, то пока получается вот так вот, кого-то их практически и нету. Мася, вы очень красивый. Спасибо. Я засыпаю, я так хорошо покушала, а сейчас так... Перевариваю так. Да, хорошо. Сегодня будет наша первая здесь тренировка. Дальше потихонечку перейдем на трехразовые тренировки на утренние. Будем шесть тренироваться. Нифига, у меня уже будет вторая. Зачем красишь глаза? Очень много все пишут. Глаза не накрашены. Это татуировка. Джек Воробей красил глаза в «Пиратах Карибского моря». У него просто не было татуировочной машинки хорошего. И мастер да. Помер один туда. Да. Улыбнитесь полной улыбкой. Мася, это тебе? Не могу. Я обнялся. Сам мужики в деревне, а сам с Питера, значит, я не успел прочитать так. Красавица, а может полностью, чтобы муженек порадовался. Что-то я не понял. Чего надо? Тоже что-то не понял. Тоже не понял. Да. Так. Привет. Зачем такие губы тоже сосешь? Что значит тоже? Мася. Я не хотел знать о том, сосете вы или нет, что поэтому там? Не надо меня сюда сравнивать. Что Мася там? Вареники накачала. А, закачала. Закачали. Угу. Хорошенькие такие. Угу. Так. Саша, сними видео про ментов. Это как? Что вы имеете в виду? Рамштайн ментва любимая группа? Почему? Одна из неплохих групп, мы в зале часто ее врубаем. Кто из вас баба? Ну что, непонятно что ли? Как сложно понять, да? Да. Да, дорогой? Да, дорогая. Вот. Так. Гобочник сказал, что изменил свое мнение о Мише Коклееве. Почему, интересно? Честно не говоря, не знаю. Мы с Мишкой позавчера, ух, я уже запутался, что за день недели, суббота? Да, в четверг болтали часа 3-4, что-то мы
Не знаю, почему. Кстати, интересное будет видео, но я, походу, не успею его перегнать в Питер, и придется его монтажировать только через 2 недели, в связи с тем, что у нас интернет здесь вот только на том устройстве, которое у нас в руках. Так, снять видео, когда меня схватили. Если я сниму видео о том, когда меня схватили, и расскажу о тех персонажах, которые участвовали в этом процессе, то, я думаю, спортивный мир Санкт-Петербурга может немножко потрястись. Ну, а так я пока не хочу этого делать или вообще не хочу этого делать, то, собственно, и не буду пока. Так, желаю счастья вам, добрые люди. Спасибо. Спасибо. С клыками удобно целоваться? 100 раз спросил в ответе. Очень, очень удобно. Да. Да. Что? Целуй. Надо же показать. Ням-ням-ням. Так. Мужик, нахрена тебе такой образ? Зато нормальный интересно. Нормальный у меня образ. Да. Саня, ты бегаешь? Да, за мной. По квартире. С криками убью, сволочь. Показать свои татухи. Если я покажу свои татухи, это видео не выйдет на Ютубе, потому что я голенький. При этом вам из холодной Швеции. Ой, из горячей Доминиканы, привет! Да. Какой рост уже говорил, 182, сделайте фото моря в Инстаграм, сделаем, у нас с Масичем на самом деле одинаковые трусики, мы поделаем целую кучу фотографий. Ой, а ты покажи всем, в каких я трусиках-то лежу. Ага. Вот такие вот. Да. Даже не пустили в столовку. Как-то не пустили? Пустили, а потом сказали, нет, говорит, нельзя в трусах. А я им говорю, блин, вы задолбали здесь за Доминиканой тоже. Это, говорю, шорты фирменные, а мы звезды. Так что идите в задницу, так мы и поели. Так, больно глаза забивать? Больно в какой-то мере. Есть специальный кремчик, который снимает часть этих ощущений. Но сейчас машинки стали гораздо быстрее работать. По крайней мере, те, которые выпускаются в иной фирме. Вот. И если раньше мне приходилось 1,5 часа корячиться под машинкой, то сейчас все это сколько занимает? 10 минут, да, наверное? Слушай, да, перманент он быстро делает. Собственно, вот так вот. Вот. Ну и как показала практика, оказывается, даже на глазах можно подвыжигать, потому что у меня выжжено уже дофига. Так, твоя девушка. Что там еще? Так, вы женаты. Да, мы женаты. Тебя когда освободили, и был ли суд? Суд был не один, а целых 27 или 28. Закончилось тем, что сдали штраф. Так, ну вот, опять вы кто? Значит, опять такое? Вы кто, да? Да. Ой, смотри, а я уже подгорела чуть-чуть. О, прикольно. Нос. Ты в курсе, что у меня в руках телефон, а не зеркало, да? Да, а я только сейчас себя увидела, я же не смотрю в зеркало. Хи-хи. А куда ты смотришь? Дети есть? Не. Не, мои дети не едим. Дети невкусные. Угу. Судя по запаху из памперсов, дети точно невкусные. Нет. Так. Что с лицом? Обгорели мы первый день. Кокс пробовали? А что, есть? Да, кокосовое молоко пили, или они не об этом? Кстати, тоже было, да, неравноправие? Твой кокос был сладенький, а мой кокосик был газированный. Ну такой, да, мне повезло. Какой с сюрпризом, да? Да. Так. Хотите дети? Годы уходят уже. У кого годы уходят? Не надо по себе мерить. У нас с годами все нормально. Саня, что за игнор? Кто-то пишет. Еще раз говорю, ребят, когда я читаю сообщения и потом отвечаю на них, я следующий проходящий не успеваю читать, потому что я, конечно, многозадачный, но не настолько. У меня отсюда плохо видно. Ты же умер. Воскрес. Да. Уже воскрес. Так что... Так. Вы похожи. И это да. Люди всегда похожи. Профессия киллер. Так. А это что такое? Что это? А он. Что? А это кто-то кому-то что-то ответил. А-а-а. Тут иногда, знаешь, как получается, что не мы с ними общаемся, а они там друг с другом еще умудряются общаться. Понятно. Оса укусила, что ли? Новый вид осы пишется через... А, поняла? Оса. А-а-а. Так. Что с лицом? Про тебя на Ютубе могу видео, где... Умер, посмотри. Но... Правда? Ладно, скидывайте мне либо в ВК, либо в Инстаграме в директ. Мы с удовольствием посмотрим о том, что я покинул этот грешный мир. Так, как вы сделали такие зубы? Как я и сказал, достаточно иметь хорошего друга. Друг должен быть при всем при этом хорошим дантистом.
А вот как сделали? Долго и мучительно. Первый раз-два не очень сильно получались с формой. Мась, кончай уже тут дергаться. Что такое? Ну, я не могу. Ты порядочный? Очень. Да? Что вы имеете в виду? Во всех отношениях. Украду ли я $1 миллион, если за это ничего не будет? Да, украду. Так что, наверное, непорядочный. Почему грешный мир? Ну, потому что грешить весело, соответственно, этим все и занимаются. Поэтому мир такой, пью ли кровь? Да, во время месячных. Зачем ты? Зачем? Я раскрываю наши секреты. Ну, только они же давно знают, почему я зовут граф Дракула. За что судили? За что судили? За то, что не такой, как все. Представляете, сколько сразу звездочек, грамот и премии выдали людям Ой, за то, что они сердечко. Взяли такого яркого человечка. Спасибо, вот. Там кто сердечки ставит нам? Всякие красные, зеленые, желтые. Саня, сколько жмешь? Да нисколько не жму. По-моему, у меня 150 на 2 на 3. Вот. А с тех пор, как у меня груди нету, по-моему, этим летом я... Летом, в апреле, по-моему, у меня 170 было, все, это максимум. Так что вот так вот. Хи-хи. Да, сердечек много. Класс, смотри, много. Ну, так, много. Конечно, видишь, месячные свое дело сделали. Теперь не знаю, почему я Дракула. Так, немецкий граф Дракула, даст из фантастиш. Неплохо татуированные есть? Нет. Не, у Маськи татуировок нет, а только на глазках перманентик аккуратненький, то тоже мы будем переделывать вместе с ней. Надо сердечек? Конечно. Да, знаешь, как давайте, красиво? Мы болтаем, как... сердечки идут. Очень красиво. Вообще, шикарно. Класс. Спасибо. Давайте, задавайте вопросы, я даже готова поболтать. Да? Да. Что там? Ты мне только читай, я отсюда не вижу. Что за педикюр? Одинаковые у нас и педикюр, и маникюр. А, да, у меня палец у рот, который болел. Розовый от меня. Спасибо. Так, ребят, вы клевые, респект вам. Спасибо. Тоже спасибо. Что за телефон? У Машки айфон. Нас, кстати, тоже чуть надули. Написано, что можно было подключить два устройства на один телефон. Где? Что? Говорит, что такое перманент? Перманент – это татуировка. Ой, смотри, как сисечки красиво смотрятся. Ну, нифига себе. Okay. Да. Можно снимать хоум-видео. Хоум-видео? Да, в перископе. Прикольно, мне Я нравится. Думаю, что 50 тысяч Смотри, подписчиков как там на картинке. Между горами, да. Класс. Там еще попочка есть. Да? Ага. Рано еще. Рано попочка. Что скажете о бодибилдере Невском? Хороший бизнесмен. Ведь неважно, любит вас люди или не любит, важно, что вы с этого имеете. Он, походу, с этого реально имеет. У нее ботокс? Еде у нее ботокс. Наверное, как все профессионалы, думают, что ботокс у меня в губах. Нет, хуже, в груди. В груди? Да. Да, запасы ботокса. Стратегический запас ботокса. Так, ой, тут пошел арабский. Кстати, красивый у них язык, но только я в нем ничего не понимаю. Очень красиво, я очень люблю песни их. Рядом девушка? С ним или с ней? Все, не буду их путать, а то у них сейчас ум да, заразу начнет заходить. Хорошо, да, не путаю. Ну, он тенде надо. Это парке джо абляр руссо. Джо пока абляр испаньор, перо пара мия саму дефисил. Но тенге практикамента. Си. Так, это мужик вторая. Порой да, когда характер у нее включается, и вот тогда такой все. Вот такой мужик. Слушай, ответишь на вопрос, так вы задавайте. Если его прочитаю, можно будет это почитать. А может быть даже ответим. За вас просто денег не берут. Саня, покажи свои сиськи. У меня вот такие вот шрамы. Видели? Вот такие вот. Так, чего еще хорошего? Детей вообще не планируем. Детей вообще не планируем. Мы эгоистично живем для себя. Да. Последнее видео на Ютубе как раз мы и снимали о том, что слово эгоизм не всегда нужно воспринимать плохим. Что там? Писюн у тебя спрашивает, есть? Еще какой? Приходи, узнаете. Так, накачать грудь больше не сможешь. Накачать в каком-то смысле, наверное, не могу. То есть силовые показатели вернулись за счет того, что врубаются другие мышцы. Связки там работают, а мышц там практически не осталось. Так что вот. Вот так надо вот. Знать, что... Да. Я думаю, что надо вообще посоветоваться с людьми и твою идею все-таки, наверное, реализовать. Какую? По поводу Таиланда и по поводу того, что всех желающих, кто хочет... Давай покажем номер. А,
Так, я написал, ты не прочитал. Не всегда успеваю читать, мальчики и девочки. Так, что у нас? Это у нас балкончик. Так, так, так. Опа. Доминиканец секс-шоп. Тут, блин, секс-шопы на каждом угле сами ходят с такими этими. Генетика у них, что ли, такая? У всех по колено. Вот. Вот такой у нас вид из окна. Мы на третьем этаже, здесь всего три этажа. Для нас непривычно, потому что обычно мы отдыхаем в Бауэра Принцесс, а сейчас в Бахе Амбер. Вот. Скажи, что мы теперь все равно поедем всегда в Бауэра. Да, теперь будем кататься только в Бауэра Принцесс, потому что для нас там как семья, у нас там все совершенно иначе. Ну, что тут еще? Вот. Чувак, зачем красишься, имеет такую подругу. Я не крашусь, это татуировка, а это не подруга, это жена, которая вот такая вот вся у меня тут лежит. О, у тебя ямочка есть на ножке. Ямочка на ножке. Так, Саня, передай привет Иркутску. Это завсегда Иркутску солнечный привет. Так, идея-то какая? А, идея была в том, что еще много лет назад я хотел брать своих клиентов и перевозить их в Доминикану на двухнедельные такие курсы с полным поглощением, чтобы была тренировка три раза в день и питались они под моим контролем. Потому что, когда девочки приходят заниматься, я говорю, тренировки тренировками, но жить-то с каждой из вас я не могу, чтобы вы не жрали. Вот, собственно, вот так вот. Тебе дорогим? Так, чуть в зеркало не показал, что я голенький. Саша, в интернете есть видео, где спецназ накрывает, а там один падает наигранно или правда. Я не хотел бы это обсуждать. Ребята, которые туда ко мне в гости заходили, были вполне корректные. Так что, в общем, все нормально. Так, Майсен, снимаем попу. Как называется канал на Ютубе? Их канал, в смысле наш канал, в смысле мой канал, называется Саша Шпак. Собственно, вот так вот. Так, судили за стероиды? Нет, судили за то, что я такой необычный и красивый. Кроватка у нас шикарная. Когда в Рашу? В Рашу мы только... Когда мы в Рашу? В Рашу? 2 числа, 1-го. 1-го, да, прилетаем. О! Так. Передадите привет Баку, а то еще как с большим удовольствием. Баку, привет. Да. Так, пишут на арабском, но на арабском я даже ответить не смогу, потому что я ничего не знаю. На арабском? Я даже на японском что-то знаю. Песенку, пожалуйста. А, там нет никакой передачи, да. Просто я обожаю арабские песни. Привет из Анкары, и вам как фарму покупать при пакете Яровой? Знаете, ребят, при всем том, что я не люблю разговаривать на тему анаболических стероидов, хочу вам сказать одно. Чем они больше ее запрещают, тем больше ее будет, тем она будет несколько дороже, и тем больше будут зарабатывать дилеры, которые ей торгуют. Так что, в общем, наше государство обычно делает все для того, чтобы популяризировать это. Мася Крови, красивая, привет из Иркутства. Привет! Мася, погладь сисечки. Сисечки? Да. А пусть на счет положит денежку, я бесплатно больше этого делать не буду. Счет есть. Сходите в клуб Кокобонга. Так. Обязательно сходим и сделаем видео. И не просто... Да там на самом деле очень темно. Если мы его сделаем с телефона, ни хрена не выйдет. А если мы туда пойдем со стабилизатором, с камерой и со всем остальным, то я буду заниматься тем, что буду снимать твои танцы в кругу голых афроамериканцев, как в прошлый раз. Да? Да, забралась в прошлый раз на самую высокую стойку. Ее потом попросили подняться туда на шест, где наверху можно танцевать. На самую большую сцену. Да, только Мася трусиков не носит в жарких странах. А там снизу пошел как раз такой поток воздуха, когда платье оказалось на ушах. Так она минуты танцевала. Короче, Мася была звездой. Все еще впереди. Так. Мася, у тебя хорошая тут попа, я смотрю. Да? Да. Может быть, уже начать снимать что-нибудь такое? Не-не-не-не-не. Нет? Вау, привет из Южной Кореи, по-корейски разговариваете? Нет, не выучили. Еще не выучили. Сказать жене, что я ее хочу. Ну что тут передать? Я бы ответила, ну ладно, не на камеру. Так, ну чего, надо обратно меня уже в кадр. Задница острая? Нет, это просто позиция такая. Острая? Острая. Мася, может быть, надо стать раком? Так, ладно. Опа! А твою ж мать! Ударился головой. Что за закрыть? Закрыть режим энергосбережения.
Так, ну что у нас тут хорошего происходит? Сыски давай. Сыски? Вася, дай ноготочки. Во, вот так у нас. Да. По-моему, красивенько. Вообще идеально. Слушай, на самом деле мне так нравится перед спортзалом отдыхать, да? Да вообще круто. Сейчас у меня только еще... Мы хотели снять вам отель, показать, что в отеле происходит, потому что отель просто огромнейший, здесь очень все красиво, все прикольно, но что-то из этой попытки дважды уже ничего не вышло. Мы сегодня это делали, потому что связь прыгает, то есть на месте она еще хоть стоит как-то, а потом начинает сваливаться. Мы тебя видели в аэропорту. Прикольно, подходите. Почему-то немногие потом пишут, блин, Саша, мы тебя видели там, видели здесь, а так постеснялись подойти, теперь об этом жалеем, так что не жалейте, я добрый и с удовольствием всегда со всеми сфотографируюсь, пообщаюсь, если на это есть свободное время. Your lips very sexy. Thank you very much. Кто из вас баба? А что вас так интересует? Снять хотите, что ли? Я не понимаю. Когда парни начинают париться по поводу таких вопросов, уже встает другой вопрос. Да, надо вообще... Санька, передай привет жене. Так она видит. У нее хоть и минус два, но она видит. Какой минус два? У меня побольше, ну чё? Чё побольше? Мы последний раз смотрели, у тебя оказалось, было минус 4 и минус 2, а в итоге стало минус 3 и минус 1. То есть мы с тобой за год улучшили зрение на единицу практически. Круто. Еще как круто. Так. Что, опять? Нет, ну как-нибудь я хочу поменять, у меня уже ручка просто затекает. Ты прославился за счет РЕН-ТВ. За счет РЕН-ТВ? За счет всех остальных каналов тоже. Так, вы женаты? Да. Скажите, плюс сколько раз в неделю занимаетесь, чтобы в форму прийти? Мы занимаемся, на самом деле, очень часто. То есть мы 5 раз занимаемся в неделю в Санкт-Петербурге, а здесь занимаемся... Мы еще не начали. Хотя не начали. Маська же одела полотенчика, включила музычку. И в течение часа пошла по... жаре. А тут на солнышке-то градусов 50. Хорошо. Плюс мы плаваем с утра 1,5 часа и плаваем после спортзала еще 1,5 часа. И в спортзале час. Но спортзала еще не было, мы только вчера прилетели. Мы вчера отсыпались, сегодня будет первый раз. Покажи попу голой жены. Это в стриме будет. Будем в стриме показывать. Там ваши вопросы, ваши пожелания, возможно, будут учитываться. За деньги. Большие деньги. Угу. Какие мы продажные, да? Да, чё? Сейчас подписчики сразу начнут отваливаться сейчас опять, и да? И пусть отваливаются. После последнего пранка подписчики отвалились сразу, знаете, так, по-моему, 1,5 или 2, так сразу, так, брум. Так, ты получаешь за свою внешность деньги? Я вообще получаю деньги, это самое главное. А внешность, она для меня. Из такой внешности я живу уже сколько, 10 лет? Слушай, Вася, привет. А, это Виктория Майер. Вика. Вика, привет. Привет. О, привет из Грозного. И Грозному наш солнечный привет. Хотя у вас на самом деле погода там практически всегда классная. Вот. Ну, насколько знаю я. Вы подруги? Еще какие? Угу. Подруга. Мою дочку зовут Александрина. Прикольно. Ну, как Александр и Ирина. Прикольно. Вообще, да. Тогда нужно от нас срочно привет. Какие-то сердечки. Так. А, это Виктория опять нам пишет. Да, Виктория. Спасибо всегда за поддержку, всегда за хорошие комментарии. Так. Спасибо, спасибо, куча сердечек, лайков. У тебя вон сосок вылез, вон, видишь? Ой, мамочка. Так, привет с Дубая, ребята, вы такие клевые. Спасибо. Спасибо. А в Дубае мы еще не были. Мы чем-то так предвзято относимся к Арабским Эмиратам, хотя наши друзья постоянно летают. Я не знаю, мне просто, знаете, вот сказали, что типа Сашу в арабских странах не примут. Я очень хотела в Дубай отдохнуть. Расскажите, кто-нибудь там живет? Как мы познакомились, спрашивают. Это видео есть на Ютубе, и там у нас целых 5 интервью, таких по часу, где мы рассказываем о нашей личной жизни. Собственно, вот. Кем работаете? Я тренер девчонок, а Мася моя директором работает, тренит подчиненных. Примут Сашку, это ерунда. Ну, допустим, когда-то очень давно я ездил в Египет и Турцию. Там у меня что-то не задалось, и меня туда больше, наверное, не пустят, по крайней мере, в Египет. Вот. А в Арабские Эмираты, ну что, съездим. Просто я обычно хожу, как всегда хожу. То есть у меня коротенькие шортики и, собственно... Да, что с этим могут быть проблемы. Вот, хорошо нам отдохнуть. Спасибо. Видите, как отдыхаем, валяемся. Это же красота. Они не видят. А, не видят? Ну вот. Вон как. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он такой мысисек. А вы говорите, дети. Представляете, к ней еще из ребенка при этом. То есть я тут буду вообще стирать, готовить, убирать. Не, я больше не готов. Мне нормально. Так. А что с губами? Зачем сказал, что сосок вылез? Видишь, кто-то там спокойненько уже наслаждался твоим соском.
А я все испортил человеку. Он, может, не успел закончить начатый процесс. Можно сосок еще раз? На! Сиськи силиконовые? Нет. Ботоксные. Ботоксные, да. Там стратегический запас ботокса для будущих поколений. Дети есть? Дети есть. У кого-то, наверное, точно. Ой, сын Несин Амк. Не знаю. Кто-то на каком-то языке написал, но этого языка я точно не знаю. Ты не знаешь? Да. Так. Что там идти? Не будет проблем, летите, главное, в хороший отель. А, тогда потом расскажите нам, куда лететь, потому что я, на самом деле, очень хотела в Дубай. У нас все равно запланирован Таиланд на Новый год, а потом, наверное, Доминикана, а потом можно посмотреть и Дубай. А долго у тебя шрамы на груди? Шрамы на груди после того, как удалили импланты. Сколько там они уже? Наверное, уже год. Посмотрим, может быть, мы их будем иссякать, хотя есть и другие планы, что с ними еще поделать. Ой, что там пишут. А все лежат, так. Ой, нам бракадабры какой-то пишут. Смотри-ка, скиньте мне денег на телефон, пожалуйста. Или просто денег. Хорошо живете? Мы очень хорошо живем. Да, нормально. Когда стрим? Не знаю, когда вернусь. Мишка Кокляев заявил о том, что у него будет стрим в Инстаграме. Он даже выставил фотку вчера. В моем канале будет видео, где Миша объявляет все-таки о том, что он начинает свои стримы. В каком они будут проходить формате. Собственно, вот так вот. Это будет интересно. Русские вамбры есть еще? Да, русские вамбры есть. По крайней мере, в Моречке мы их слышали. Не, серьезно, были. Почему у тебя такие губы? Не знаю, у афроамериканцев всех такие губы. Собственно, почему-то у них никто не спрашивает, а что это так? Розовые сердечки? Это от Виктории Майер. О, клево. Лика, кстати, походу, подключилась не в самом начале трансляции. Меня вообще стало, кстати, напрягать. Какого фига, почему так происходит? Я не понимаю, да. У меня целая куча тоже друзей говорит, Саня, мы что-то только в записи начинаем тебя смотреть, потому что не всегда получается посмотреть тебя вживую. Сообщение приходит о том, что ты выходишь, в эфир. Люди над тобой смеются? Не знаю. Это проблема у людей, смеются они давно или над собой. Ну, как правило, у людей больше есть повода смеяться над собой. Почему у меня шишка в груди? Ну, вам нужно сходить к хирургу, и он вам об этом точно скажет. Пьете ли? Только вчера на ночь мы выпили... Нет, здесь был ром, там такие маленькие бутылочки по 50 грамм, мы выпили бутылочку на двоих по 25 грамм, чтобы заснуть лучше. А то что-то мы так устали, что вообще... Мы последний раз спали во вторник, мы не спали среду, четверг и пятницу. Так. Надо мной нет, но это видно, он говорит, что надо мной смеются, а над ним, видимо, не смеются. Вы богатые. Не, духовно богатые. Духовно богатые, да. Нас смеяться над теми, кто в жизни ничего не добился. А ребята молодцы просто. Да вообще, на самом деле, смеяться над кем-либо нехорошо, потому что это людей может вызывать комплексы, если они в себе не уверены. И тогда им становится еще хуже. Надо быть добрее. Вы с людьми, к людям с улыбкой, и они туда же. Так, 25 грамм ни туда, ни сюда. Мася Нашкова. Вы с этой девушкой бы нашли бы общий язык. Правильно? Что это за бутылочка в 50 граммов? Да вообще не серьезно. Так, я из Ульяновска. Ульяновску привет, но мы уже в самом начале передавали. Так, какого вы года? Какого мы года? Выпуска. Выпуска с чего? Со школы, с института? В жизнь. Маське 16 плюс, а мне 18 плюс. Так, петухи силиконовые. Это сразу показывает ваш интеллект, спасибо. Вот, какого года рождения? Ну, я 79-го. Привет Питеру! Привет! Ну, Питеру привет. Нет, на самом деле Петербург очень красивый город, если абстрагироваться от того, что нас задолбал постоянный дождик, перемена погоды и прочие мороки, связанные с Россией, то на самом деле Петербург вообще реально красивый город, и здесь это бесспорно. Прямым рейсом летели? Нет, мы сначала приехали в Москву, там провели сутки с Настей Шарко, участницей тайских каникул, потом с Мишкой Кокляевым, и Настю с собой тоже взяли, там еще вторую половину суток проводили. Потом мы еще 12 с лишним часов летели, потом оказались здесь. А когда прилетели, здесь уже утро, и было спать все равно никак, поэтому к вечеру вроде хотелось сильно спать, а с другой стороны было как-то так. Мася, какого ты года? Не знаю, ну 16 лет мне, посчитайте сами, я не знаю. Шура, вы просто пуля. Чем занимаетесь по жизни? Кайфуем. Сегодня мы с тобой. Не надо такие страшные песни петь. Я слышал такую песню таксиста. Не надо. И он такой грюмо сидел. У него были наколки тоже. Не надо страшные песни. Ногти сам красишь или жена? Жена, но чужая.
Были на мосту, видно, Кадырова. А где это? Не знаю, но в Грозном у них точно должен быть, а в России-то точно такого моста нет, насколько я знаю. Работаем? Ну, конечно. Отдыхаем сейчас. Вообще работаем. Да. Так, ну чего, давайте 2-3 минутки. Давайте, десяток вопросов, короче. И мы побежали в спортзал. В одни из немногих, которых приятно слушать. За это огромное спасибо. Спасибо. Так, Витерикст. Лабардан. Вроде на русском. Ваваш. Дают. Вы взорвали мне сейчас только что мозг своими сообщениями. Мастер, ну не смейся, телефон дрожит. Скажи, что мы тут уже все. Потому что что-то смешно. Что-то смешно. Мастер, что у тебя сиськи разъехались? Не надо показывать мои сиськи. Ну так собери их в кучку. Не надо. Так, покажи попу жена, они просто супер. Ладно, ваши рекомендации мы все потом используем для увеличения следующих просмотров. Так, ты на Борю Моисеева похож, галимый гей. Это, собственно, наверное, тебе. Это спасибо. Так, рад был послушать, хорошие люди, пока-пока. Все, мальчики, девочки, всем спасибо. Ну, и до следующих встреч, теперь мы будем ходить почаще, раз у нас появилась такая возможность. Обязательно, все. Пока. Пока.